Что такое Sandwich E? С вами снова рубрика КПД, где я коротко, понятно и, что не менее важно, доступно рассказываю о том, чем может похвастаться учеба в Великобритании. Сегодня у нас разговор о высшем образовании, поэтому все серьезно. А вообще, в этом ролике и правда интересная тема. Практика в английских вузах и что необходимо для трудоустройства после учебы. Что ж, приступим. Что такое Sandwich E? Если вы подписаны на наш второй канал, который ведет директор компании Мариади Адиль Ермеков, вы наверняка видели обзоры топовых специальностей университетов. Возможно, вы и сами изучали данный вопрос и видели пометку with a placement year. Ну, например, accounting and finance with a placement year. Что это такое? Ссылки на некоторые ролики я оставлю в описании, ну а теперь давайте разбираться в вопросе. Placement year, sandwich year, industrial placement, internship. Все эти понятия описывают возможность год учебы в университете посвятить практике. Обычно это происходит на третий год учебы в университете Великобритании, но сроки могут меняться в зависимости от вуза. Подобный опыт работы, как вы понимаете, вполне конкретно отражается в дипломе. Вы получите особую степень Sandwich Degree. Сэндвич может быть разным. Ну, например, Thick Sandwich Degree — это непрерывный год стажировки для студентов. Но есть варианты с несколькими местами работы, так называемый Thin Sandwich Degree. При этом важно, что студента никто не заставит работать там, где он не хочет. Более того, чаще всего молодые люди сами выбирают, где они хотят проходить практику. Сегодня Placement Year есть во многих уважаемых университетах. В Великобритании, Франции, Австралии, Дании, Норвегии, Италии и даже в некоторых африканских государствах. Более того, некоторые заведения, например, Батский и Ланкастерские университеты, сделали Placement Year обязательным для некоторых направлений. Интересно, что впервые эту идею предложил вполне конкретный человек, инженер Александр Рассел в 40-х годах. Предложение было принято Министерством образования Англии, и спустя 10 лет появились первые образцы такого формата. Инноваторами стали Институт Ньюклса, который сейчас именуется Университет Нортумбрия, и Университет Брунеля, на который, кстати говоря, на нашем втором канале есть общий обзор и разбор специальностей. Ссылки, несомненно, я оставлю в описании к этому ролику. Героев надо знать в лицо. Для чего же нужен Sandwich E? Около 10% британских вузов учатся именно на данную степень. Почему же Sandwich E есть во всех престижных вузах и пользуется все большим спросом? В заведениях образования Англии учащиеся еще со школы получают первый опыт работы, а в некоторые университеты и вовсе вас примут только при наличии практики, не говоря уже о работодателях. Placement E — это как раз-таки возможность получить такую практику, причем оплачиваемую. Средняя зарплата достигнет ориентировочно 16,5 тысяч фунтов стерлингов за 12 месяцев. Это крайне надежный способ выделиться среди других таких же молодых специалистов, как и вы. Но, кроме этого, хватает и других достоинств. Во-первых, вы будете лучше понимать задачи учебы и будете знать, что вам нужно учить. Вы сразу поймете, какие модули нужно выбрать и к каким темам готовиться на последнем году обучения университета. Также вы сможете связать теорию и практику в обучении. Это, кстати говоря, особенно важно при написании научных форматов. Также вы поймете деловую конъюнктуру, что требуют работодатели и какие тренды популярны в данной сфере. Это поможет определиться вам с конкретным профессиональным направлением или в случае чего поменять его. Вы научитесь работать в команде. Это поможет в последние годы учебы и, конечно, дальше в карьере. Рабочая практика учит сфокусированности и дисциплине, потому что у вас будет ответственность. Вы получите первые профессиональные связи и можете гарантировать себе трудоустройство через нетворкинг. Ну и, конечно же, так учиться просто интереснее. Ну что ж, это были 8 реально весомых причин. Немало, не так ли? Кстати, Джонни Айв из Apple как раз окончил программу с Placement E, как и Пол Уош, исполнительный директор McLaren. Как организована учеба с Placement E? Ну что ж, вы узнали о Placement E. Можно только представить, как перевернулось ваше представление об образовании, которое до этого предполагало лишь учебники и лекции. Вполне естественно, если вам страшно решиться на такой непростой шаг. Поэтому вот вам несколько фактов, которые вас немного успокоят. В самом процессе Placement E нет ничего сложного. Вы учитесь несколько лет, затем находите работодателя и утверждаете это с университетом. Да, обычно ученики сами ищут предполагаемое место работы для Placement E.
Ну а с другой стороны, ВУЗ вас точно никогда не бросит и поможет с поиском. Он составит для вас характеристики и сопроводительные письма. Отдел карьеры научит делать резюме и портфолио. Специально обученные люди будут проводить с вами специальные имитации собеседования. Ну а если у вас совсем не будет идей, как получить опыт работы, университет наверняка предложит вам определенные варианты. А еще университет поможет вам соблюсти все юридические и бюрократические условности. В общем, друзья, вы не будете одни. Важно знать о том, что в некоторых университетах все же предлагают места лучшим студентам. Более того, нет никаких препятствий для того, чтобы найти работу за границей. А если ваш курс изначально не имеет варианта с Placement Year, не расстраивайтесь ни в коем случае. Этот вопрос можно обсудить с главой направления, он тоже заинтересован в том, чтобы повысить трудоустраиваемость после вуза. Ну что ж, если у вас еще остались вопросы, обязательно свяжитесь с нами в компании МРЯДИ. Мы бесплатно проконсультируем и поможем с выбором. Контакты для связи с нами вы найдете в шапке профиля или в описании к этому видео. Друзья, поставьте лайк под этим видео, если оно вам показалось полезным. Ну и естественно, подпишитесь на наш канал, если вас интересует тема зарубежного образования. Всем до скорых встреч!